Так, черная вдова и Мария Хилл, кстати, против Луна. А, кстати, аж 5 карт. Так, Мария Хилл, это вообще кто? Агент щита. Как и черная Понял. вдова. То и та, это агенты щита. Миссия. Мессия. Ой, много странная ночь. Ага. Преломление Умбра. Так, мой ход, да? Ну, типа. Типа. Типа, да, ну мой ход. Я, конечно, не... скорее всего, как обычно, будут ошибки. Обычно будет бегание по всей карте. Не знаю, посмотрим насчет бегания. Так, я тогда, получается, играю... Блин. Получается, играю миссию. Если черная дава находится на стартовой ячейке, вы противника, сбрасывает две карты, я получаю новую миссию. Сбрасывает две любые карты. Стой. Миссия. Черной находится на стартовой ячейке. Ну, типа это условие для ее выполнения. Это условие, при котором ты играешь карту. Да, эффект, да. Типа противник сбрасывает две карты. Получаю новую миссию. Теперь буду искать новую миссию. Ну давай. Не знаю, вот это, потому что там тут много букв, мне впадло читать. Хорошая новая миссия. И вот это, потому что она просто слабая. Смотри, вот этот карты, вот этот, они почти одинаковые. Только тут ручка и все. Да, карты, конечно. Карты, конечно, у него вообще. Так. Чего? Я молчал. Вот это описание, конечно, корявое, корявое. Директива шанс. Кишан, киншанс. Ну смотри, описание корявое, но в принципе, я думаю, его можно спокойно выполнить, потому что... Санкция Мадрипура. Мадрипура. Находится, да. На стартовой... находится на стартовой ячейке противника. Ты не находишься на стартовой ячейке противника. А, на ячейке противника. Сори тогда. Ячейке противника. Ячейка противника, вот она. Ну и так как нас было два, возможно, еще вот это может считаться ячейкой противника. Где-то вот эти две клетки. Вот это либо вот эти две. Не более. Так, понял тебя. Так, ну туда что? Так, ну туда маневр. Пошел на ячейку противника и потопал. Условно. И раз ты. Куда пришел? Да, мяу ту-ту-ти-ти. А я решил... Ту-ту-ти-ти. Я решил не убирать это. На ночь глядя. Вольбе оставил публичную. Палочку не мешает. Может, у человека день или утро? Ну, у него пинг довольно жесткий, поэтому... Скорее всего. Скорее всего. Правильно. Ну все, твой ход. Блин, у меня из-за его пинга карты лагаются. Ну, я же говорю, он скорее. Либо иностранец, либо с очень далека-далека-далека. Так, ну все равно, подойти к тебе никак не могу рядышком, поэтому маневр. Не знаю, сюда и сюда. Какие-то такие действия предпринимаем. Хера себе. Какой-то рейд. Эй. У них обоих пинг просто под миллион. Скорее всего, они с одной. Нет, один ушел. Не ушел. Он выбрал цвет. Ой, себе. Ага. Я понимаю, да. Взяли мой цвет. Не, я правда, я не могу типа карты нормально кидать. Ребята, вы кто такие? Блин. Я их напугаюсь, это дети. Я временно выключу звук, как ты. Игры на стриме, потому что ты будешь дублироваться и там, и там. А, я могу тебе просто обогреть заглушить, чё я туплю. Стоп, а как заглушить для себя? Не, типа я глушу только для себя, да, ведь? Или для всех? Не, ну ты меня для всех, да, теперь. А как для себя только заглушить? Не факт, что есть такая штука. Блин.
Не знаю, должна быть, конечно, наверное, хер. Я понял. Белугха. Ну, белугха, это может быть, конечно, и какой-нибудь, не знаю, славяноговорящий, может. Может быть. Короче, я так и не придумал. Давай просто звук перевырублю. Хотя я других Давай. не буду слышать. У тебя можно как-то звук может просто подредактировать? Эй, подожди, китайцы. Что они делают? Ну, похоже, он херню решил. Ну ладно, тогда кикни. И откати. Получи. А, оно все откатилось? Да, нормально. Ну, как раз на тот, что надо. Ну, походу, да, откатилось все. Не, ну, конечно, такие... Они там долго грузились, и вот ради чего? Ради того, чтобы покидать стол, да. Это очень странно. Ладно, еще посмотреть, ну ладно. Ну, получается, ты сходил, да? Нет. Или у тебя второе действие? Это было действие? Первое действие, да. Тогда давай, что? Так. Если атаковали кинжал, атаковали плащ. Давай я атакую тебя за кинжал. За кинжал. То есть черную мину. Но особо больше, по-моему, никому не могу никого атаковать. Уяси. Противника до двух ячеек. Ну, я, конечно, два урона получил. Тут твоя работа. Это именно отлично. Кинжал. Кинжал что делал дополнительно? Получите действие. Ну, я перемещаю тогда кинжал. Раз. Хорошо. Ну, у тебя еще один есть, да? Не проблема. Не проблема. Я тебя атакую. Ай гад. Как бы атаковать я могу долго. Где все эффекты? Нет, у меня эффекты. После боя. А, после Стой. Боя именно. А, ну у тебя и есть после боя, Стой, так что я их отменяю. Я немного не понимаю. А, да, эффекты а, мне, я... которые после да, да, боя. Все, я понял, да, понял, понял. Ну, один урон. Один урон, да. Лох. Все, ход закончен. Всего-то проатаковал два раза за ход. Как так? Даже не 10. Угу. Да, вариант. Конечно, интересно, что мне делать. Либо убегать, либо сражаться как лев. Как сегодня ребята говорили на яйцах. Ага. Так, тогда маневр. Льва не будет. Так. А у тебя бандальник, да? Нет, только... Только да. Не два. А, нет, оба да, ну. Что я думал, что как-то не. Я тоже думаю, что это не я логично. Просто на что-то на Дава не посмотрел, только на Марию. Я считаю, раз мы считаем, с учетом, что, что Дава в основном в ближнем бою сражалась. Я считаю, если оба это, если мы считаем, что это оба не логично, то может стараться в ближнем бою, я не против. Так, ну ладно, раз я уже в любом случае делаю маневр. Это раз бы. Вторым. Так, ну мой бой. Сейчас придумаю, что сделать, конечно. Так, ты у нас вот тут. Далековато забрался, конечно. Что сможем сделаем? Ладно, беру карту. У меня довольно странная, на самом деле, механика. Как-то не так играю за ней. Возможно. Блин, тут написано, что когда вы получаете новую карту миссии, вы должны сбросить свои карты и найти новую карту миссии. Я таким образом, что все, колоду должен, типа,
просто... Маневр. Маневр. И... Атака. Такую вот вдову. Защищаюсь. Я меняюсь тогда с Марией Хилл, она становится защищающей. Ну, тут только участники боя, значит, только Марию Хилл можешь. До трех клеток. Давай выкинем как можно дальше, чтобы не мешалось. Все. Конец хода. Конец хода, да? Ну, арт у нее, конечно, классивенький. Ну, у нее тут, честно, мне не сильно ее арты нравятся. Вот конкретно на этой карте, вот, ладно, но так как-то... Ну, вот это спорно, это согласен, какой-то странный. Так себе, вот этот... так. Да, конкретно вот этот прикольный. Я могу эти карты, да? Наверное, может. Это твой персонаж. Туда маневр получается. Сбрасываю карту для усиления. Подделка. Да. Это очень сильная карта. Подделка. Так, тогда в этот раз я активирую все-таки санкции Мандрипура, наношу два урона. Каждому бойцу этого противника... Получается, оба получают, наверное. Каждый. То есть 4 дэмэджа. Жестко. Оно да, тут действие тратит же? Да, это я ход заканчиваю, но я должен теперь искать новую. По поиску проще будет. Ну, по сути, я по логике вещей должен найти следующую карту. Ну, там по поиску можно, в принципе, следующую найти. Ну. Тогда окей. А мне кажется, что уже они и закончились. Я просто не знаю, сколько у тебя миссий вообще в игре, да. Я тоже не знаю. О, ничего, миссия. А ну как, две или менее карты? Карт. А. Это, кстати, очень сильная карта. Потенциально. Ты раскидал всю руку и еще добрался очень жестко. Прям, это прям неплохо. Прям приятно. Кайфовая штука. Ну, она, в принципе... Как мне показалось, довольно сильный, когда просто инфу по ней сбрасывали. Скоро. Ну, выглядит пока кайфово, выглядит прям... А, ну, выглядит имбой как-то. Прям, в принципе, не выглядит. Ты, меня-то и... Ну, статуи в стоп нету для имбы. Для имбы она слишком менее статовая. Так, новый ход, да? Беру карту. Ага. Но мне вообще еще плюс везет, что у тебя ближники, где тебе-то приходится тратить как минимум действия, чтобы дойти. Ну да. Хотя. А, мне нравится, конечно. Такую за кинжал. Не защищай. Равно 6. 6 урона. Быстро. Я получаю действие. Такую за кинжал. Похоже, мы закончили. Мне не повезло с картами. Нечего защищать. Все получается, победил. Вот такая игра. Просто тебя зажал в стенке, как копота да. Какая-то. Ну, у нее проблема вот для меня это то, что вот много миссий. Достаточно многовато. А если честно, я вообще не понял, зачем ты в угол тут попёрся. Типа, я знал, что у тебя эта миссия есть на угол. Ты просто, ну, по сути, сам себя загнал в ловушку. Да, да. Ну, видишь, мне, в принципе, их тоже разыгрывать надо. Они, видишь, копятся со временем. Так их можно сбрасывать. Ну, блин, как-то не хочется их бросать. 19 карт еще. Вот эту штуку можно было реализовать вместо того, чтобы угоняться. То есть противника получит урон в этом ходу. Получил я урон. Эту хотел реализовать как раз сейчас, если бы выжил.
если по итогу нет. А стой, а это Мария Хилл, да. Да, это ее защита. Если честно, слабо представить, что ты рассчитывал, находясь в уголке тут вот, то есть ты сам выйти отсюда никак не мог. Я бы просто стоял тебя и пинал. Защита была, конечно. Я просто вижу, у меня много карт, и мне просто избавляться от миссии как-то, не очень прикольно. Это, в принципе, как я понимаю, можно, конечно, так играть, да, избавляться от миссии, стараться... В угол просто бежать была ошибка. То есть у них усилялки 4, то бишь, по логике вещей я могу, да. Типа, убегать от себя очень далеко. Не, убегать плохая идея, просто тебе бы встать в какую-нибудь точку, пойти по сюда, центр, и задать какую-нибудь складную стул, схерачить меня им. Почему нет? Быстрая игра, в принципе.